Здравствуйте. Добрый Представьтесь, день. Пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Сергей, постоянный участник игр пинбол, в пинбольном клубе «Скорпион». Вообще все супер, здорово. Ребята отличные, все свои. Извиняюсь, что перебиваю. Сергей, вы у нас самый-самый первый игрок. То есть, как основался пинбольный клуб «Скорпион», вы у нас были самым первым игроком. Скажите, как было и как сейчас? Насколько мы уже поднялись? Ой. Развились, можно сказать. Ой, как бы сравнить-то, а? По 10-бальной шкале 100 баллов. Не, ну первая игра была вообще... Да, первая игра это была спонтанная игра вообще. Да, мы с ребятами шли на Раджале в городе Копчегай. Угу. И пацаны просто испытывали оборудование. Нам мы заинтересовались, попросили попробовать, нам дали, зарядили, по-моему, по 50 шариков, если не ошибаюсь. Что-то такое было. Мы сыграли, понравилось, и все, и понеслась. С тех пор играем, потом мы потерялись, потом узнали, что вот есть более клуб «Скорпион», и начали снова играть. Решили продолжить играть дальше, да, в «Скорпионе». То есть уровень вообще очень высокий, много локаций, это «Мэншн», «Высота», «Дисней», «Индейский городок», вообще, ребят, приезжайте. Я думаю, никого это равнодушно не оставит. Активный отдых, много позитива, много адреналина. То есть настоящий мужской отдых для больших и маленьких, для девочек, для мальчиков. Большое спасибо. Мы будем всегда рады видеть в нашем клубе, пинбольном клубе «Скорпион». Всего хорошего.